Сейчас прозвучит произведение, которое впервые издано было во Франции. И, скорее всего, в обозримом будущем в России издано не будет. Потому что фирма «Ледюк», французская фирма, купила права на издание этого произведения. Но поскольку мы находимся на творческом вечере композитора, есть возможность услышать эту музыку. Три богатели для флейты и фортепиано исполняют Александра Зверева и Николай Курдюмов.
Thank you.